Друзья, всем огромный привет, я рад видеть вас на своем канале. Меня зовут Дима, мой ник Brother2S. Я создал канал в ТикТоке и в Ютубе для того, чтобы записывать видео с фармом опыта, и я каждый день туда выкладываю новый видосик. Сегодня подготовил для вас еще одно классное видео с фармом опыта, но прежде чем я его покажу вам, хочу напомнить, я стал партнером компании Epic Games. Вы можете зайти в магазин предметов, нажать внизу «Поддержать автора», ввести мой код GUP, через тире, нажать «Принять», и тогда со всех ваших покупок в магазине предметов я буду получать отчисления от компании Epic Games. Очень буду рад, если вы это сделаете, друзья. Все, переходим к самой карте, к фарму опыта, заходим в выбор карты, в код острова, и здесь нам с вами нужно ввести код 6609-4594-99-90. Нажимаем Enter. Нажимаем выбрать. Здесь обязательно ставим частная игра. И нажимаем играть. Итак, мы появились на карте. Нам нужно пробежать вот сюда вот в правый проем. Спуститься вниз и повернуть вот сюда направо между вот этих двух секций. Посерединочке стать и сделать любую эмоцию. Перед нами открывается портал, в который мы с вами заходим и телепортируемся в локацию, где нас ждет таймер в 900 секунд. Это ровно 15 минут. Пока мы будем ждать таймер, чтобы ввести вот эти 4 секретные циферки, я хочу вам передать привет от моего кореша Степана. Это лягушонок на моей спине, с крылышками, моргающий и все время молчащий. Он целую ночь трудился, чтобы отобрать для вас 2 лучших комментария из YouTube и из ТикТока. И представляю вашему вниманию первый комментарий из ТикТока. Оставил этот комментарий Айзенфаг. Пишет: благодарен тебе за видео, я уже смог апнуть с помощью тебя 130 уровней и вернулся в Fortnite. Круто, я очень рад, что ты вернулся в игру, я очень рад, что тебе по кайфу мои видео, что они тебе помогают качать уровень, и вообще многим из вас. Спасибо за комментарий, ты попал в подборку лучших, я тебя поздравляю. Следующий комментарий из YouTube. Ребят, было действительно очень сложно выбрать. В этот раз в ТикТоке не было сложно выбрать, там не было достаточно прям таких ярких комментариев, а вот в YouTube прям было сложно. И победу одержал Grunlasa 0. Пишет: я когда проиграл в катку Fortnite, веду себя таким образом, я так понимаю. Ломаю джойстик и на всю квартиру ору. Это не просто гнев, то, что живет во мне. Пытаюсь вырваться из-под контроля. Дима, когда проигрывает: ну ладно, было хорошо с вами поиграть. Я набираю новую катку. Действительно, я часто так спокойно реагирую. Иногда меня прям очень сильно обижает, раздражает и бесит то, что мы проигрываем на стриме, да, когда играю. Но, ребят, я просто понял для себя, что зачем мне тратить свои нервные клетки на вот это. Я стараюсь себя сдерживать. Хотя бушует внутри часто просто все невероятно. Ну что, друзья, ждем теперь таймер. Ну что, дождались мы этого таймера наконец-то. Теперь сюда, в эти три ячейки, вводим секретный код. Первая цифра 8. 5, 6, 7, 8. Отлично. Вторая цифра у нас 3. 1, 2, 3. Третья циферка у нас 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И третья цифра 4. 2, 3, 4. Код получается 8394. Нажимаем справа «Подтвердить». Нас переносит в другую локацию, в космическое пространство. И перед нами вот такая вот рельса. Смотрите, какой АФК опыт бешеный просто капает. Просто бешеный. Прыгаем на рельсу и погнали собирать вот это все. Просто едем и собираем монетки. 50 тысяч. 60, 70. 80, друзья, 90, 110. Почему бы не сделать такую карту, да? Кайф, 140 тысяч опыта. Я нафармил, пока ехал, 150 косарей опыта, ребят. Беру здесь оружие. Так, у нас здесь нету плазменной пушки, к сожалению, она мне очень нравится. И теперь
нам нужно устранять вот этих вот животных, за что мы тоже получаем опыт, ребят. Устраняем, сколько есть у вас желания здесь находиться, и пока вам начисляется увеличенный опыт. Вот у меня уже 209 тысяч, 215 тысяч, видите, буст опыта до сих пор действует. Можно просто посерединке стать и бить вот этих манекенов. Перезарядка, конечно, меня убивает просто. Бешеный ФК опыт падает на этой карте, просто очень крутой. Здесь у нас, когда мы нафармили этих животных или манекенов, появляются в инвентаре монетки, которые мы можем менять на опыт. 200, 150, 100 и 50. Давайте посмотрим, если возьму 50, что будет. Где-то 300 опыта. Давайте посмотрим за 100. Тоже примерно так же. Вот здесь порядка 500 опыта было. И здесь... Не понял. Тоже. В общем, по 150 получились какие-то самые выгодные в этот раз. Ну, такое. В общем, по 150 буду брать. Все. И так далее. И можете фармить здесь, пока вам капает опыт на аккаунт, ребят. Я же буду сейчас с вами прощаться на этом. Очень рад, что вы пришли на мой канал, что посмотрели это видео. Не забудьте оставить здесь лайк. Не забудьте оставить свой комментарий, сколько опыта нафармили вы. И чем круче будет ваш комментарий, чем он будет нежнее, теплее, необычнее, тем больше шансов попасть в рубрику «Лучшие комментарии». Я его добавлю в следующее видео. Все, ребяточки, спасибо огромное. С вас подписочка, лайк, все как обычно. Не забудьте рассказать друзьям. Пока!